Полуденный выстрел в Петропавловской крепости сегодня прогремит в честь нового 5-миллионного жителя Петербурга. Его появление на свет на минувших выходных ждали сразу в 14 городских родильных домах. Малыш родился в субботу. Его имя и даже вес и рост пока держат в секрете. А вот информацию о родителях должны объявить с минуты на минуту. Именно счастливому отцу доверят роль канонира полуденной пушки. Впрочем, для северной столицы, по большому счету, это повторение советского рекорда. В Ленинграде 5-миллионный малыш появился еще в феврале 88 года. Но потом был демографический спад 90-х, и вот только спустя 24 года население северной столицы снова растет.